Всем привет, с вами Вован, вы на канале Санчес и Вован, и сегодня я хочу вам показать один из своих самых любимых проектов, а именно Жигулей. Это у нас ВАЗ-2106 Мразь Дейли. Вот она. Вот такая вот боевая мразь, боевая классика, вот. Она сделана, я уже сказал, в стиле Мразь Дейли. И давайте же наконец-то ее посмотрим. Вот такая вот убитейшая просто четверка. Ой, да, четверка, да, шестерка. Вмятина, смотри. Давайте просто повреждить. Давайте не целые запчасти. Ну вот фара более-менее. Вот хорошие диски, кстати, спереди стоят. Ну да, ладно, давайте ее в деталях рассмотрим. Итак, здесь у нас сделано вмятина на переднее крыло. Такая вот небольшая вмятина. Наклеена вот такая вот декалька с японским солнцем. Капот и вот это переднее крыло у нас черные. Установлены вот такие вот диски. Красивые. Остатки бампера. Тут у нас фары нет. Тут у нас есть фары. Все ржавое. Здесь у нас просто уже как бы просто проржавевший кузов. Спорт и красота, боевая классика. Бухай, кури, Жигули. Не бухайте. И не курите. Так, декаль Made in Russia, Club Turbo, Rebel Custom и непонятная декаль вообще. Тут у нас вот так вот все проржавело, все разодрано в хлам. Вот просто уничтоженный в хлам штамп. Бедный штамп. Вот такая вот задница. Блин, это реально один из моих любимых проектов. Я его не за какие деньги не готов продать. Эта модель останется у меня. Пушка, гонка, разогнался, бабий магнит, молодость на Жигулях, классика всегда в моде. Стейт дрифт, CA, Жига, УЕПИ, ДФТЗ. И вот такая вот вмятина от дрифта, которая осталась на заднице. Сейчас у меня сфокусируется немножко, чтобы мы... Вот она, вот такая вот вмятина. Также здесь у нас вот такая вот опять штамповочка от четверки. Розовая дверь с декалями спортивная. Матюль потрачена и кошмар иномарка. Тут обычная дверь. Ну и вот, а тут такое колесо. Открываем салончик. Тут у нас ковш спортивный. И вот там вы можете заметить, там ручник другой. Вот. Вот такая вот Жига у меня есть, которую я сделал. Блин, я придумал. Я буду сейчас делать в следующем видео обзор на боевую классику. Прямо на всю, нифига. Короче, эта тачка там, наверное, тоже будет участвовать. Ребят, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Вован. Вы были на канале Санчес и Вован. Шестерка, боевая мразь. Всем пока.